Мы редко замечаем, на какие ухищрения идут разработчики, чтобы сделать наш игровой опыт более комфортным и приятным. Одна из таких хитростей – скользкие углы коллизий. Это когда герой немного проскальзывает на углах помещений, чтобы не застревать на одном пикселе. Когда разработчики не используют этот прием, это сразу бросается в глаза. Кажется, что персонаж практически полностью вписывается в проход, но мизинцем левой пятки задевает текстуру стены и намертво в ней застревает. Самый простой способ избежать таких проблем – делать хитбоксы персонажей и стен, по которым просчитывается столкновение закругленными. В таком случае персонажа при упирании в угол будет выталкивать на нужную траекторию, и проблемы застревания пропадут.